Всем привет! Четверг, конец рабочего дня. Иду с работы домой. Ну как я вам? С новым цветом волос. Я покрасила вчера себе волосы. Посмотрите. Как вам? Мне нравится, хотя на работе некоторые дамы, я думаю, которые, ну так сказать, которым завидно, они сказали: ой, тебе этот цвет не идет, он тебя старит, это цвет седых волос. Но я хочу сказать, это не цвет седых волос. Я думаю, что мои девчонки на канале, мои подруги, они оценят достойно. Они оценят мою покраску и скажут. Короче так. Девчата, или просто женщины, которые смотрят мой канал, ну и девчата, и просто подружки мои, которые, с которыми я переписываюсь. Посмотрите, оцените мой новый прикид и напишите мне, как мне, идет мне такая прическа, такой цвет волос. Мне кажется, что неплохо. Настроение у меня отличное, отработала очень хорошо. Завтра пятница, конец недели. Будут выходные опять. У нас наконец-то наступило лето. Я вчера высадила в горшочки герани, у меня теперь на крылечке около подъезда будут цвести герани. У меня какая-то муха села. Я вам потом покажу эти цветы. Что-то, знаете, почему-то комары сегодня летают и кусаются, наверное, перед дождем. Так, что вам еще сказать? Практически неделя завершается, все хорошо, спокойно, без всяких приключений. Как говорят, на посту без происшествий, так и здесь. Иду домой, буду расслабляться. Сейчас попью чай. Я же не ужинаю после 6, а до 6 я сейчас попью чай, съем ложечку Забруса и буду счастливая. Я уже показывала, как я утром, каждое утро делаю себе стаканчик соды, развожу соду. Вечером я кушаю Забрус, это все у меня есть видео. И буду показывать и дальше, как я эту соду пью. Еще раз хочу сказать всем, кто смотрит. Я показываю не для того, чтобы, как сказать, не для того, чтобы дать вам понять, что все бегите в магазин, покупайте, разводите и пейте соду. Я просто показываю, что это мой стиль жизни. Да, я применяю соду, я ее пью. Я пью не только соду, я еще пью перекись. Какая-то мошка летает. Я пью перекись водорода. Не так часто, но я ее пью. Забрус я кушаю каждый день. Вот. И все равно пишут комментарии под видео, что я грубая,
там не тактичная, ну что-то еще там, чуть ли там не хамовистая, ну что-то такое, сейчас уже не помню точно. Вот. В ответ на видео подсуды, которые мне пишут, что я как бы начинаю грубить. Так вот, кто мне это пишет, они прежде до этого не видели комментарии, которые мне тоже пишут, что меня там они унижают, оскорбляют, предлагают выпить там какого-то цианида, там уксуса предлагают выпить, бензина, керосина, мочу. Ну, в общем, вот такую ересь пишут. Естественно, я на некоторые такие грубые комментарии я вообще глупо не отвечаю. Иногда я, ну, немножко тоже в такой форме я некоторым отвечаю. Так вот, новенькие, которые смотрят это видео, они читают эти комментарии, они мне некоторые пишут, что какая я грубая, какая я там чуть ли не склочная. Ну, в общем, к чему я это все говорю? Я говорю к тому, что если вы не знаете причину этих ответных комментариев, вы просто прокрутите назад, поищите другие видео, почитайте комментарии, вы увидите, почему автор этих видео может ответить не так в не в такой корректной форме, как бы вам хотелось это прочитать. Вот и все. Я хочу сказать, что я совершенно не грубая, не хамиста, я нормально адекватный человек. Вот. А вообще я вам хотела показать свою прическу и свою покраску волос. Все, я пришла домой, буду отдыхать, и я пошла на YouTube читать ваши комментарии. Все, пока.